3 декабря форвард мужской команды баскетбольного клуба «Енисей» Александр Павлов стал отцом. Его жена Дарья родила дочку, которую назвали Вера. Уже спустя 4 дня, 7 декабря, Александр в компании Вячеслава Зайцева, Максима Кривошеева и Андрея Комаровского отправился в роддом встречать любимую жену и новорожденную дочку. Какая ляля-то! Поздравляем вас! Дочь, растите большие здоровенькие, приходите за сынок. Самым креативным оказался Максим Кривошеев, который, к тому же, приехал в роддом вместе со своей семьей. Абсолютно всех встречающих в итоге очень порадовал такой забавный двухметровый розовый пупс. Баскетбольный клуб «Енисей» и красноярские болельщики еще раз желают Александру и всей его семье здоровья и благополучия.